Спокойствие, только спокойствие. Зачем американцев с самого детства подсаживают на мощные антидепрессанты? Страх, неуверенность, дрожь. Все это прекрасно снимается антидепрессантом, то есть всем тем, что широко используют. Кто распространяет западные психотропные лекарства на территории России? А также, почему спортсмены США избегают наказаний за употребление допинга? Самые шокирующие гипотезы. Новые серии. Сегодня в 18:00.